Ребят, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом маски, которая даже за одно применение поможет отбелить руки, смягчить и напитать кожу, восстановить руки, пострадавшие от ветра, мороза или домашних дел. Маска состоит из 4 ингредиентов, которые дополняют и усиливают действие друг друга. Поэтому я рекомендую строго следовать рецепту и ничего в нем не менять. В чистую посуду добавляем 2 чайные ложки пюре из киви. Далее добавляем 2 ложки пюре из банана и вливаем 1 чайную ложку нерафинированного оливкового масла. Всыпаем 1 чайную ложку с горкой овсяной муки или перемолотых овсяных хлопьев. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Если видим, что маска получается слишком жидкой, то добавляем еще немного овсяной муки. У маски должна быть консистенция густой сметаны. Готовую маску наносим на чистую и сухую кожу рук, надеваем полиэтиленовые перчатки и укутываем руки теплым полотенцем. Держать такую маску красоты нужно не менее 30 минут. Если у вас нет времени сидеть 30 минут без дела, то вы можете надеть поверх полиэтиленовых перчаток обычные резиновые и отправиться мыть посуду или заниматься домашними делами. Для максимального эффекта такую маску можно делать каждый день в течение недели, но даже за одно применение вы увидите, как посветлеет кожа, смягчатся шелушения, уйдет краснота и сухость. Надеюсь, вам понравился и был полезен этот рецепт. Если это так, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. И до встречи в новых видео. Пока-пока!